Наш дроздик Евпатий сам пьет из поилки. Вот. Прям как будто специально. Так что пил, я думала, не повторит. Умница. Умница, Патя. И еще вот я ему насыпала тут такая керамическая ванна у него есть. Блин, надо подстилку уже менять. И вот разбросано там на полочке. Вот этот корм Гран-Пате от Падаван с насекомыми для насекомоядных. Я боялась, что он не будет есть готовый корм. Но он с удовольствием стрескал несколько гранул. Сейчас, если войдет во вкус, будет кушать его, пока днем, допустим, некому за ним следить. И давать насекомых, творог и прочие мягкие корма. Я рада за тебя, Патечка. Ты мой хороший, хорошая птичка. Умница.